21 мая, РИА Новости. Задымление на борту авиалайнера Boeing 767 японской авиакомпании. Она потребовала эвакуации всех его пассажиров в международном аэропорту Нарита недалеко от Токио, сообщили японские СМИ. Инцидент произошел в понедельник перед вылетом самолета в Гонконг рейсом номер 809 со 137 пассажирами на борту. По меньшей мере 4 человека почувствовали недомогание, но помощь врачей не понадобилась. Причина задымления пока не установлена. Как сообщает телеканал Инхака, не исключено, что в салон самолета мог попасть дым от масла хвостового двигателя. Министерство транспорта Японии не имеет данных о возгорании на борту авиалайнера.